Конец сентября, первая половина октября – это время посадки луковичных. Конечно, большинство наших садов весной немыслимы без нарциссов и гиацинтов. Как правило, рекомендуется сажать их в уже охлажденную землю, то есть особо спешить с посадкой, если осень теплая, не стоит. Но и затягивать до наступления морозов тоже не нужно. При посадке обращайте внимание на качество луковиц. Они не должны иметь повреждений, не должны издавать неприятного запаха. Старайтесь подбирать сорта таким образом, чтобы цветы соотносились друг с другом по цвету и высоте, а также гармонично сменяли бы друг друга по времени цветения. Обратите внимание на важное различие в агротехнике этих культур. Если тюльпаны после летнего хранения можно каждый год высаживать на новое место, то для нарциссов лучше сразу подобрать подходящий участок в саду. Места для тюльпанов и нарциссов предпочтительны солнечные, однако известно, что нарциссы в большей степени, чем тюльпаны, переносят полутень, хорошо приспосабливаясь к ней. При этом ни для тюльпанов, ни для нарциссов не подходят слишком низкие участки, где скапливается вода во время дождей. Если ваш участок именно такой, эту проблему можно решить посадкой на возвышенные клумбы, либо каменистые горки. Перед посадкой луковичных необходимо внести удобрения и микроэлементы. Кроме того, если почва у вас чересчур тяжелая, рекомендуется добавить в нее песок. Предпочтителен грунт с нейтральной реакцией. На какую глубину сажать луковицы нарциссов и тюльпанов? Есть так называемое правило трех луковиц, благодаря которому можно без труда определить эту глубину. Оно заключается в следующем. В тяжелую почву сажать нужно на глубину двух луковиц, в легкую – на глубину трех луковиц. После того, как мы посадили наши луковицы, необходимо утеплить их на зиму. Можно для этого использовать торф. Просто присыпьте место посадки сверху. А если под рукой есть сухой мох сфагнум, можно задействовать и его. Еще один совет. Когда вы сажаете сразу несколько сортов, к весне легко забыть, где именно какой сорт у вас растет. А поэтому воспользуйтесь вот такими пластиковыми табличками. К примеру, можно подписать название сорта из каталога, по которому вы заказывали растение, а затем воткнуть табличку в клумбу перед тем, как утеплять ваши посадки. Благодаря этому весной у вас точно не возникнет путаницы в сортах, а из имеющихся у вас тюльпанов, нарциссов вам проще будет выбрать наиболее понравившиеся экземпляры для использования их в саду в последующие годы.